Вышла на балкон посмотреть погоду и решила отсюда начать наш сегодняшний влог. Давно я не начинала влог на балконе, так что начинаем новый влог. Сегодня у нас 27 декабря, среда. Время сейчас где-то 3, начало 4. Я занимаюсь домашними делами, ну, такими мелкими домашними делами. И сейчас хочу начать гладить. У меня целая сушилка вещей, которые необходимо погладить. И сейчас я вам покажу нашу погоду. Сейчас открою окошко, может быть, будет лучше видно, какая у нас замечательная погода. Сегодня 27 декабря, скоро Новый год, а у нас дождь со снегом. Видите? И это уже не первый день. У нас стоит оттепель, плюсовая температура. Не бывает же плохой погоды. Любая погода благодать. Так что какие-то регионы замерзают, а мы тут все еще греемся, можно сказать. У нас тепло. Плюс один у нас на улице. И идет вот снег с дождем. Вот так выглядит мой балкончик. Собственно говоря, ничего не изменилось. Все так же. Ни перестановки, ничего у нас не было. На балконе у нас 21. Так что моим цветочкам тепло и хорошо. Сегодня день рождения у Ирины Валерины. Это Димина мама. Я хочу ее поздравить. Знаю, что она смотрит мои влоги. Так что, Ирина, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, конечно же, тебе здоровья, счастья, благополучия, любви. И чтобы твой сын всегда тебя радовал. С днем рождения! Ну и всего-всего самого наилучшего. И исполнение всех твоих заветных желаний. Еще раз с днем рождения, а мы с вами пойдемте гладить. Вот сколько мне предстоит всего погладить. Получается 4, и тут 2, 6 рубашек Лешиных, 3 брюк и 2 мои юбки. Надо все это погладить и разобрать сушилку. Я уже достала гладильную доску. Сейчас достану утюг и приступим с вами к глажке. Ходила сейчас воду, наливала в утюг. И смотрите, как снег усилился на улице. Ну, он все равно такой, с дождем, конечно, но все равно метет. Так. Ну ладно. Кстати, на Новый год у нас тоже, по-моему, будет тепло. Пойдемте с вами гладить. Начну свою глажку с рубашек. И потом тогда брюки, а потом уже свои юбки. Начнем с легкого, как говорится. Я, наверное, чтобы не затягивать видео, попозже к вам подключусь. Что, никто никогда не видел, как гладят? И вообще это не очень такая хорошее занятие, на которое можно мотивироваться, глядя на мое глажение.
Не, ну хотя, может, кого-то это и смотивирует. Сейчас-то к Новому году все наряды гладят. Мои платья уже поглажены. Я, вроде, так и не решила, в чем пойду. Но мои вещи глаженые. Сейчас и Лешина будут глаженые. Но он тоже еще не решил, в чем пойдет. Я думала, выберу наряд, в котором пойду. И к этому наряду тогда купим Лёше рубашку, чтобы пойти в одной цветовой гамме. Но знаете, у нас в этом месяце так много расходов и так мало доходов, что Лёша пойдет в рубашках и в брюках те, что у него есть. Ничего нового покупать не будем. Потому что когда была возможность, мы не покупали, а теперь у нас нет возможности. Да и не обязательно идти в одну цветовую гамму, сами понимаете. Я все вещи погладила, которые были на сушилке. Но вы знаете, одни брюки у Лёши с большим пятном, смотрите. Я не знаю, как я не увидела, как я не разглядела. И отстирается ли оно теперь. Сейчас попробую пятновыводитель нанести, подержать минут 10, постирать. Может быть, отойдет. Вот что за человек, скажите, вот когда он умудрился на таком месте странном, вот брюки, видите? И вот на таком странном месте у него пятно, видите? Ну, что делать? Сейчас будем отстирывать. Брюки Лёшина уже стираются. Осталось вот 13 минут еще. И покажу вам, чем я еще занималась, пока брюки лежали со средством, пока стирались. Сейчас покажу. Принесла цветы, которые стояли в подъезде, кроме традисканции. Потому что традисканции на моем балконе много. И я ее все равно весной обновлю. Свои цветочки я не трогала, не поливала, ничего. Когда надо будет поливать, я тогда посмотрю их. Но черенковать однозначно еще не буду, потому что рано.
До весны ничего черенковать не буду. Ну и посмотрим, кто с нами зиму переживет. Потому что пока-то у нас зима теплая, но это только пока. Морозы еще будут. Хотя на балконе тепло, но, может быть, кому-то все-таки и недостаточно такого тепла. Так что посмотрим. У нас в этом году много цветов новых появилось. И некоторые с нами еще не зимовали. Так что посмотрим, как они все это переживут. Будет ли им комфортно? Хотя вот у нас тут батарея, отопление, но все равно. Кому-то воздух сухой, кому-то температуры недостаточно. Как дети малые они у меня. Так что посмотрим, кто останется с нами надолго. Время у нас уже 7 часов. Ничего интересного происходить не будет. Буду сейчас Лёшу ждать с работы, так что не буду затягивать ваше драгоценное время. Время сейчас действительно драгоценное для всех, у всех настали вот такие времена. Поэтому буду заканчивать наш влог. Еще раз хочу поздравить Ирину Валерьевну, Димину маму, с днем рождения. Ира, еще раз с днем рождения тебя. Счастья, здоровья и благополучия. Ну и хочу поблагодарить всех, кто меня смотрит, кто ставит лайки, пишет комментарии. Большое вам всем спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока.